Сбор расчетных листов за услуги ЖКХ, кропотливый ввод лицевого счета на оплату, долгое ожидание очереди. Все это отнимает время и раздражает своей неудобностью. Но теперь это в прошлом. Банковский онлайн-сервис продолжает развиваться и создавать для своих пользователей только удобные и нужные функции. Теперь оплатить коммунальные платежи можно всего в пару кликов. Открываем приложение, переходим в пункт «Платежи», выбираем вкладку «Дом», далее «Найти счета по адресу», заполняем необходимые поля, и у нас тут же всплывает список активных коммунальных услуг с лицевыми счетами. Главный плюс сервиса в том, что при заполнении необходимых полей вам не нужно будет переходить в меню и каталоги сторонних приложений. Сейчас в поиске лицевых счетов по адресу доступны все крупные компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги забайкальцам, ресурсоснабжающие организации, оператор по вывозу ТКО, управляющий компанией, фонд капитального ремонта. Список поставщиков жилищно-коммунальных услуг и список лицевых счетов постоянно пополняются с каждым днем. Для нас важно, чтобы наши сервисы были не просто полезны, но еще и удобны для наших клиентов. Как при обслуживании в офисе, так и при дистанционном обслуживании Сбербанк Онлайн. Сервис «Поиск и оплата задолженности по адресу» мы запустили перед новогодними праздниками. Это позволило нашим клиентам воспользоваться всеми его преимуществами и возможностями, находясь дома со своими близкими и родными. Ведь всегда приятнее совершать регулярные платежи, находясь в теплой, уютной домашней обстановке. Сбербанк продолжает улучшать онлайн-сервис для своих пользователей. Скорость и качество дистанционной работы через мобильное приложение или сайт банка – пожалуй, лучший способ сэкономить время при осуществлении регулярных платежей за коммунальные услуги. С помощью этого сервиса оплата по счетам – это уже не томительное ожидание в очереди и бесконечные расчетные листы, несколько кликов в приложении, и ваши задолженности будут погашены. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗапТВ.